Ну что ж, дорогие друзья, мы снова продолжаем. С вами, как всегда, я Дезертир. Надеюсь, вам понравилась предыдущая серия. И в этой мы, собственно, продолжаем там же, где закончили. Ага, вам необходимы ученые. Ну, конечно же. Чтобы все это разработать, нам, естественно, необходимы ученые, бла-бла-бла. Поэтому поехали. Но в любом случае, не мешает проверять абсолютно все, что мы видим. Абсолютно всегда. Можно пострелять людям в спину. Ля-ля-ля-ля. Хотя здесь придется стрелять и тем, и другим. Но у ворка есть броня. У этих брони нету. Перестрелять придется в любом случае всех. Только у этих еще и собаки есть периодически. Так, нужно повеселиться немножко. А, он кончен, да? Так, варан, на котором есть броня. Серьезно, да? Так. Чувачела! Не смей от меня убегать, сволочь. Ой. Чувачка немножко разбомбила. Самая малость. Ой, мне жопа, кажись. А нет, не жопа, нормально все. Все нормально. Восстанавливаем броню. Так, на самом деле, ребят, давайте вы как-то будете в укрытии сидеть, что ли, а то вас убьют к хренам. Я потом еще за вас отвечай. Может, ну да сколько у вас здесь, а? Моментка, давайте ни хрена нет патронов, собака. А ворка там, да хрена. Так, это уже опасно, кстати. Надо подхилиться. Да вы шутите. Молодой человек, да вы шутите. Может, мне так нравится, как она все время перемещается. Падла. А сколько у вас там еще может быть-то, ё-моё? На, 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 сволота, на. Мне кажется, у меня проблемы немножко. У меня просто патроны как-то закончились. По-моему, это небольшая проблема. Ну, это лучше, чем вообще ничего. Черт. До него надо будет как-то добраться. Так, хотя бы какие-то патроны надо собрать. Мать твою. Looks like we're in Vorcha territory. The Blue Suns have given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Ну да. Боже, когда у тебя нет патронов, это такая проблема. Это такая проблема. Боже ж ты мой. А портить вот эту хрень мне не особо охота, потому что ее достать сложнее, чем простые патрончики. Ну да ладно. Благо, ворка здесь вроде вполне немножко. Ворки оставили патрончиков. Самую малость. Все, больше патронов не соберем уже. Так, можно было бы, конечно, их сверху перебить, но я думаю, что и здесь нормальное местечко было. Еще батарианцы. Так,
Надо действовать более аккуратно, более слаженно и почаще, на самом деле, юзать способности нашего отряда. Где-то в той стороне находится нужная нам дверь, но я думаю, что нам сначала сюда придется пойти. И посмотреть, может, здесь есть что-то полезное. И здесь таки есть кое-что полезное, нулевой элемент. Эй, back off. We got here first. Мы сюда первые пришли. Я таки вас оттуда выселять-то не собираюсь. Пристрелить максимум. Hey, what did I say? We found this stuff, it's ours. Now forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Turian's trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Do you know a Salarian named Morden Solace? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. What else can you tell me about the plague? I don't know. Started about a week ago, I think. Aliens started dying off left and right, and they quarantined the district. Figured we had to look out for ourselves. Started scoping out some apartments, taking what we could carry. Seemed like a good idea at the time. Guess we didn't really think it through. What do you know about the Vorcha? The Blue Suns used to keep them down. But with all the Suns getting sick, the Vorcha are making a push to take over the district. Eh, don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. Tell me everything you know about Morden Solace. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man. You kind of had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish them off. Yeah, I'm kind of sorry to see him go. Blue Suns ran a tight ship. Kept the district in line for the most part. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. А я вот собираюсь посмотреть, может здесь действительно есть что-то интересное, но нет, видимо, нету. Ну окей, тогда сматываемся отсюда. Мародеры, такие мародеры. Хотя, знаете, то есть, да, мне очень нравится мнение Шепарда. Шепард такой, ненавижу мародеров. И там хренак сам постоянно сейфи какие-нибудь обыскивает, еще что-нибудь так. Но он ненавидит мародеров. Все потому, что Шепарду можно, а им нет. Ну, Шепард герой, как бы, ну. Героям-то можно. Хотя бы иногда. Будем надеяться, что мне повезет, и я смогу что-то нормальное здесь сделать. Медпункт, ну или клиника. Давайте перезарядимся. Что-то, кстати, как-то там по патронам-то у нас как раз-таки хреново. А подбираться патрончики почему-то при этом не стали. А ну-ка, на-ка. О. А, я вспомнил, мать вашу, за ногу. Я таки вспомнил. Здесь, грубо говоря, нужно для каждого оружия, если вы... Блин, тупая система на самом деле. Здесь не подбирается оружие для всего. Ну, то есть не оружие, а патроны для всего сразу. Здесь подбираются патроны для того оружия, которое вы носите в руке. То есть, если у вас в руках полные патроны, то, в общем-то, у вас небольшая проблема.
No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. А если хочу иметь дело с роботами, тогда что? Field is clear. Серьезно? Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morton. Хорошо. Мы пока походим, знаете, поболтаем. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Да, действительно, плохо, очень плохо. Morton saved my life. I owe him everything. Ну вот видите, а вы боялись. Professor, we're running low on epoxidin. Use melanarin, plenty on hand, almost as good. Causes cramping in batarians. Supplement with butamerol. Melanarin and butamerol, got it. Senazine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not heplicor? Too unstable. Inconsistent results. Demazine better option. No, no, no. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. Какой он прям молодец. Но, да, ребята очень веселые на самом деле. Платинку потырили немножко. Аптечечку 100 кредитов забрали. Очищенный палладий 2 косарика. Неплохо, неплохо. This looks interesting. Запас пенициллина для разработки нам нужен ученый. Ну, ученый у нас сейчас будет. Этот Мордин, он просто офигеннейший чувак. Он самый офигенный чувак, которого я здесь знаю. Очищенный иридий, нулевой элемент. Нам специально здесь дают много всего, чтобы мы, как только взяли Мордина, смогли спокойно хоть какие-то улучшения провести первые. Professor Morton Solis. Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else. Vorcha. Crew to clean them out. Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use. No, no, no. Too many guns. Not enough data. Equipment. Soldiers. Not scientists. Yes, yes. Hired guns. Maybe. Relax, Morton. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No, 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 no. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interest. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres. Not human. Terra firma too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. You're very well informed. How did a Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Solarian aid? The collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at environmental control center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith. Weapon from dead Blue Sun's marks may come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variants. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background. Wider range than other sapient races. Makes sense as control group. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients.
Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Salarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Salarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. Ну что ж, получена ручная пушка М6 Палач. Следующие члены отряда могут использовать это оружие соответственно. Вот. Так. Ну, здесь как раз мы можем сейчас посмотреть наше оружие. Берем Шепарда. Выделяем за место мотыги. Нет, не за место мотыги. Я, кстати, не помню, за место чего он берется, дается. А, вот он, палач. Ручная пушка. Да, хорошая штука. Здесь она, кстати, по-моему, сама по себе меняется на более хорошее оружие. Ну да. Отлично. Сейчас попробуем, пойдем спасти. Ребят. Простите, забыл. Нам, по-моему, вот в эту сторону. Угу. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. А я этим и занимаюсь, девочка. Прям-таки иду к неприятностям. Так. Нужно попробовать как-то все это дело убирать. Слишком много ворка. Ух. Я вовремя остановился, ребят, знаете. Ну, кстати, броню убивает чуть ли не с первого шота, это очень круто. Так, ладно, надо бы уже потихонечку. Хотя они сами, в принципе, юзают, я смотрю. Умение. Так. Надо толстяка немножко пообжать. Отлично. Ворка. Дробовички ничего так помогают вот эти, да? Отлично. Великолепно. И последний чувак. У них, кстати, довольно нехилая. Нехилый отхил идет. Сколько мне изменяет память. К сожалению. Остался один отряд, заряд на дробовик. Нужно его срочно пополнить. Хоть как-нибудь. Ну, налево. My shields are down. Щиты отключены. Минус Кроган. Так. Давай, 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 девочка, умирай. Но. Отлично. Ты помог. Нет, он был не последний. Твою мать. Почему так хреново попадает в голову, мать твою за ногу? О боже, у нас проблема. Мы действительно истекаем кровью. I'll kill you.
Так. Я добью этих засранцев, я вам серьезно говорю. У меня выбора-то особого нет, в принципе. Вот эта тема с тем, что мне постоянно приходится добывать гребаные патроны, мало напрягает, если честно. Так, чувак, давай-ка ты его прижмешь самую малость. Стоп, а как он так смог увернуться от этой фигни? Я надеюсь, ты последний. Видимо, нет. Сохраняться, кстати, проверил. Только что нельзя. Надо искать последних засранцев. О боже, их еще там до хрена. Минус чуть-чуть. Против органики это тоже хорошо работает. Замечательно. Давайте восполним наш дробовичок. Видимо, это еще опять-таки не все ворка, которые здесь есть. Ворки, 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 ворки. Плохие ворки. Ворки, они как ворки, только более злые засранцы. Боже, сколько выстрелов дробовика требуется для того, чтобы всего-то убить одного гребаного ворка. Это, так сказать, ни хрена не хорошо. Так, туда мы не пройдем, да? Ну да, в принципе. Так. Ну, хоть сохранимся. Взломать игровой терминал? Почему бы нет? Нам нужно... Что нам, собственно, нужно-то? По идее, вот эта фигня. По идее, вот эта фигня. По идее, вот эта фигня. Замечательно. Выход. Получили 3000 кредитов. Ура! Сохраняемся на всякий случай. Там, по-моему, больше ничего нету. Поэтому туда особого смысла ходить нет. Сходим сюда. Панцелинчик у нас пока еще есть. Банковский терминал, почему бы не взломать. Так, по-моему, это. По-моему, это. И... По-моему, это. Ей! 5000 кредитов! Ура! Денежки на нас прям так и сыпятся. Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно. Почему мне кажется, что там... I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should Look out! Don't move. One more step and we kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, of the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. She's right. Doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you... well... everything. Ну, чё-то типа того, да. Ой, вечные проблемы с ними, а. Так. Постоянное переключение на вот разное оружие начинает немножко напрягать.
Хм. Ну, вроде здесь больше ничего нету, да? Сохраняемся. И эту дверь можно было легко пропустить, кстати говоря. Ну, ё-моё, ну почти же в голову попал, ну. Ух! Не, лучше я посижу немножко, ладно? Вы же не против, ребят? Да твою мать! Кстати, ворка могут еще и немножко безумствовать. То есть у них есть такой рейдж-мод небольшой. Знаете, что самое обидное? Вот я сейчас потратил патроны, как бы, да, восполнить их не могу. Обидно. У-у-у-у-у. Классно, не правда ли, да? У-у-у. Называется, говно прилетело. Ух, тихо. Да хорош. К этому же умрёшь-то, сволота. У него надо патронов было выпустить, чтобы он наконец-то помер. О. Круто. Moving to cover. Ow. Taking cover. I'm going. Ну, единственный плюс то, что они сами занимают укрытие в большинстве своем, и это хорошо. I've got him. Так. Oh. Чуваку так нехило достается. Мне тоже нехило достается, на самом деле. Чувака надо убить. Так. Хорошо, минус один. Вроде бы. Нет, ни хрена. Там Розота все еще жива. Да боже ж ты мой! Сколько, мать твою, по тебе еще нужно стрелять? У меня ж патроны кончаются. Боже, ни хрена себе он отхиливается, простите. Охренеть просто. Понимаете, что у меня на вас патронов не хватит, идиоты? Умри. Боже ты мой, серьезно? Момент, когда у тебя вообще патронов нет. Ах ты ж мразь. Ладно, у меня еще остались патрончики на дробовике. Думаю, что мне это частично спасет. Замечательно. Зарядимся потрошками. Пусть и немножко бесполезными. Так, надо что-то с этим делать, ребят. Надо быть аккуратными, надо быть аккуратными, суками.
Роган, мать твою, стой ты. Спокойно, пока тебя убивают. Стойте вы спокойно. Почему все время куда-то бежите, сволочи? Чуваки, давайте вы как-то будете сидеть вот нормально, не? А, еще я вспомнил одну фишку этой игры. Насколько мне не изменяет, конечно, память. Здесь, если персонаж находится слишком далеко от тебя, то он не получает нормального урона. Блин. Сбой, что здесь нельзя так переключаться. Тоже немножко напрягает. Здесь нельзя, кстати, брать нифига патроны, которые лежат где-то. Опять-таки тоже напрягает. Я только что здесь убил ворка. Где патрончики? Где мои честно заработанные патроны? Куда вы их дели, сволочи? Угу, вон патрончики лежат. Нужны просто патроны для дробовика. Что дробовик с ними все-таки хорошо справляется. Ну, с ворка в смысле. Так, так можно было вот здесь спуститься. Хорошо. Просто я хочу обследовать зону, чтобы понять, где здесь лучше, что мне делать. Сохраняться здесь нельзя, потому что у нас еще не сейф зона. Хреновенько на самом деле. Так, ладно. Вроде больше ничего такого нету. Где-то наверху, что ли, этот ворка? Ну, видимо. Да они его где-то там видят. Неужели он еще живой? Пока я его не убью отсюда, я сохраниться не смогу. А мне сохранение таки нужно. Центр охраны окружающей среды. Бла-бла-бла. Вот это мразота. Достает. И как мне его убивать? Потому что эта гадина спряталась вот там. И вылезать он не хочет. О, да, я его убил. Вот теперь все будет хорошо. Бежим, 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 бежим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все у нас кайфово. Контейнер взрывоопасный, все дела. Так, ладно, мальчишку мы спасли, так что, в принципе, все действительно классно. Сохраняемся здесь уже и заходим в дверку. Оу-оу-оу. Грёбаный Кроган. Оу. Да пошел ты, Кроган. Все. Ну и отлично. Так, запчасти. Аптечка. Нам, в принципе, куда-то туда. Можно попасть разными путями. Показывает, что нам вот сюда вот. Пункт управления. Ну, собственно, туда мы и не проберемся. Хорошо.
Надеюсь, нас там не сильно много народу ждет.